13 июля в Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам юридического факультета Казанского университета. Диплом об окончании магистратуры получили более 200 выпускников. Церемония вручения началась с гимна студентов, вступительных слов директора факультета Лилии Бакулиной и прошла в очень теплой и душевной обстановке. Диплом Казанского федерального университета, диплом юрфака – это возможность работать и себя проявлять в разных сферах, не только в юридической. Несмотря на то, что конкурс на юридическую специальность очень большой, родители и их дети все равно выбирают юридический факультет Казанского федерального университета. Это подчеркивает значимость и престижность профессии. Дмитрий Леонтьев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.